Дядька Федор к ним
воздушный шарик. Это яркие краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели.
представителей трудового коллектива «Остава» и группы «Остава». Разрешите от имени правительства Московской области и губернатора Московской области Бориса Федоровича Крумова поздравить вас с юбилеем, с пятилетием со дня начала деятельности. Если в настоящее время отмечается 500 лет со дня русской водки, то 5 лет это не так много, но тем не менее это предприятие сегодня известно не только в Московской области, оно известно во всей стране, и оно известно также и далеко за его пределами, так же, как и многие предприятия Московской области, которые существуют уже не одну сотню лет. И в этом большая заслуга всех вас и прежде всего руководства менеджмента этого предприятия. Если учесть, что сегодня 80% спиртных напитков, которые выпиваются в России, это крепкие спиртные напитки, а по прогнозам через многие десятилетия будет 60%, то на многие десятилетия работы еще хватит, и вас следует лучше. И я хотел бы также выразить уверенность, что когда будет праздноваться тысячелетие русской водки, то Осталки будут праздновать свои 500 лет. Значит, в настоящее время ваши предприятия имеют большие достижения не только в производстве, оно имеет существенный вклад в бюджет Московской области, в свое время выплачивали акцизы, и в этой связи способствует благосостояние населения Московской области. В этом также заслуга вашего коллектива. Значит, в будущем году мы должны собрать 1 300 000 рублей акцизов, и мы надеемся, что группа ваших предприятий в эту сумму несет достойный вклад. Значит, разрешите еще раз поздравить вас с праздником, а также выполнить почетную миссию и вручить почетную грамоту от имени губернатора Московской области Пекареву Владимиру Яновичу. Спасибо. Я так понял, что группе предприятий «Остав» или конкретно «Остав» надо брать девиз «Даешь миллиард», а? 2001 году. Пользуясь случаем, я хотел бы, конечно, всех поздравить с сегодняшним юбилеем. И, наверное, все помнят, когда мы еще не достигли круглых дат, как мы потихонечку собирались в более, так скажем, тесном коллективе, в более меньшем, так скажем, зале. И мы с вами тогда говорили, что постепенно наше предприятие будет собираться все достаточно большим количеством, более сплочаться, и в конечном итоге мы должны как минимум десятилетие встретить в Кремлевском дворце съезда. Я думаю, что если каждый из вас будет правильно подходить к этому вопросу, каждый несет свою лепту в данном мероприятии, то это абсолютно реальный проект, который мы должны осуществить. Еще раз в праздник, дорогие друзья, я желаю всем счастья провести это мероприятие, которое бы вам запомнилось на долгие годы. Спасибо. Огромное спасибо, Иван Павлович, огромное спасибо, Владимир Ильич. По поручению государя Алексея России и госстандарта России дипломы премии 100 лучших товаров России вручает директор Центра стандартизации, метрологии и сертификации госстандарта России Алешин Борис Максимович. Вместе с ним.
генерального директора предприятия «Усталка» Черепенкина Андрея Леонидовича. Приветствую! Дорогие друзья, виновники сегодняшнего торжества, сегодняшнего праздника, я хотел вам довести до вас радостную и приятную для вас вещь, что в самом престижном конкурсе Российской Федерации «100 лучших товаров России» предприятие «Усталка» в номинации «Продовольственные товары» передано финалистам этого конкурса. Поэтому я хотел вручить генеральному директору Черепенкину Андрею Леонидовичу диплом финалиста и вот этот вот красивый букет. Диплом финалиста всероссийской программы конкурса «100 лучших товаров России» за продукцию «Водка стольная» «Усталка» настойка горькой стольной из перцев. Пейте на здоровье. Это прекрасная продукция. Поздравляю вас еще раз с праздником. Желаю вам здоровья прежде всего, семейного счастья и нескончаемой гордости за ваше предприятие и вашу продукцию. Спасибо вам за ваш труд.
закрытие дома. 387-е дом Романовых, 500-летие русской водки и 11 месяцев и 5 дней со дня избрания первого Владимира Ивановича депутата Государственной Думы. Отныне мы завершаем спокойно Думу пришли профессионала, радеющего своего отечества. И даже если Дума не примет наш гимн «Боже, царя храни», мы не будем на них обидеть. Товарищи, приедете поздравить наших кибьянов и передать пламенный и резонный привет. Я имею сообщить вам, что в первые же часы нашего революционного восстания мы взяли не только почву, телеграф, арзанат, а также и зимний дворец. Но нам стало известно, что сегодня мы прошли стольких лет без еще один который решил вне нашего контроля. Уже несколько дней группа контрреволюционеров удержит московскую штаб-квартиру вашего боевого товарища Бориса Смирнова. Судьба того, что состояние вечера любимой народной водки Смирновской в опасности. Я предлагаю поставить для товарища Нижинского на дозор и не для товарища. А теперь я поздравляю вас, товарищи, с вашим юбилеем. С праздником вас и группу «Остров». Вот тут предыдущие товарищи затронули очень важно. Я бы сказал политический вопрос. Вопросы национального гимна и национального состояния. Мне ли не хотелось доказывать вам, товарищи, своего мнения. Пусть народ сам решит, что его бить. Или набить тысячи заголовки из натуральных стеклянных дарь. Или типические распоры американского происхождения. Фанта, Пола, Страя. В заключение, мне хотелось бы поздравить товарища Бекарева, его дружный коллектив, и дать маленький совет. А почему вам, товарищ Петрик, не расширить ассортимент, не украсить ваши жилетки фамилии многих достойных товарищей? Я думаю, сам товарищ Сталин не отказался бы от своей фамилии на вашем коллеге. Да, ассортимент, товарищ Петрик, надо расширять. Нам пшеницы и так не хватает. Вот сколько ее именно за рубежом берем. Мы всего кузнёвы, не пора бы, товарищи, вспомнить о кукурузе. Дали бы мне больше времени руководить, я бы вам показал Кузькину мать. Давно бы уже били кукурузную или хрущевку. Сейчас меня товарищи спрашивают. Где же результат?
все результаты алкогольной перестройки будут налицо. Поздравляю вас, товарищи. Желаю счастья. Так держать. Мы, Николай II, предлагаем подготовить указ в адрес Собиряна. Парыш, пишите. Да. Я объявляю, товарищи, зарплату по этому уборку, производству лодки, а также за огромные успехи в коллективизации, наградить товарища Пекарева по имени отъезда по костюму. Мисс Адаза, за успешную ликвидацию левого партизанского движения производства лодки назначит товарища Бекарева командующим Восточным фронтом. От лица всего прогрессивного человечества предлагаю поздравить товарища Бекарева с успешным выполнением пятилетки. Досрочно. И объявить всем трудящимся, что лозунг «Догнать и прогнать Америку» наконец-то выполнил на отдельном предприятии по выпуску лодки. Давайте, пожалуйста, товарищу Бекареву присвоить звание трижды Героя Социалистического труда. И по уплате акцизов. А у меня, товарищи, есть предложение назначить товарища Пекарева почетным прошедшим перестройки алкогольного рынка. Мы, Николай II, повелеваем назначить эксклюзивным поставщиком двора моего императорского величества Пекарева Владимира Яковлевича. Посему указываю отныне по всей Руси пить из остановки напитки из черноголовки. Владимир Яковлевич, преподносим вам наш державный подарок. До свидания, товарищи. Отряда, руководителем крейсерского отряда.
Сквозь облака
приглашаем на сцену для поздравления предприятия группы ВОЗ Лапчева Владимира Николаевича. Исполнитель.
вернуться и вручить ему приз зрительских симпатий. Але не сыну не приглашай, дружный приз и отряд Черноголовского и Побоиного завода. Победители первого туристского слета группы предприятий ОС. Приветствую лучших туристов группы предприятий ОС. Зеленый весной под маленькой сосной с вонючей Маруся прощает. Чумы звенит и нежно говорит: прощай, моя Маруся, раскасается. Маруся, которая слезы льет, как грустный, душа ее поет, кап-кап-кап, и сердце глаз Маруси капают горькие, капают.
тобой виноват. Я виноват.
нами весь бюджет лежит в стране. Недоводки налоги непременно крышкой. Слово царя тверже сухаря. Или отдай, что просят, или всем голову сосят. Пошел в седло по лесам броней, да мы слишком луги. Видит, сидит птица, лесная голубица. Сидит, не таится, никого не боится. Вот несчастье, вот беда, денег нету ни хрена. Распрошу голубицу, может, скажет, что она. А вообще говоря, голуби, другая заря, голубь ездит с мозгами. Он дороже даря. Был я, но не чударя, на приеме царя. Заплатить велел налоги, да чтоб было все сполна. И теперь не мил душку, не добрался полушку. Завтра царь за это дело меня тяпает башку. А такой я ничему не в работе, не тому. Потому как весь мой смысл исключительно в уму. Ты хитрый-то не пусти. День сможем свести. Продадим папа шмотки. Пусть заплатят должники. Ты не нервничай пока. Выпей лучше пивка. Посидим и помазаю. Не кручи, не кручи, не ключ. Ишь, нахмурился Косыч. Ну-ка, встань передо мной, ты кузнечиков поничь. Ну, коли поняли приказ, выполняйте, сей же час. Не бойте сомневаться, чая тут не крепко. Был царя генерал, он заводы проверял, где кого услышит, книжечку запишет, а всем, кто брат, царю на доклад. Не весел генерал, али вы видел жена, али пришел к подарку, ну, колись, чего узнал, докладай без всякий брат, почему на сердце брат. Я должен узнать подробно, кто был и чего и как. Был я, да, из лица нашего папа, дворца. Подкосили сразу ноги. Федька заплатил налоги. Отхитрили меня, Федор. Ну, держись от того, чтоб не было ходить в воду, я не видел. Нет, постой. Охота что-то с напеку болота, чтобы он не заметил, что царь хитрый. Добить его не труд, да народ шишку. Как мы знаем, сейчас за всей вашей птицей. Детский день часов народ, и кладим пальцы в рот. Мы, пожалуй, из этого народ наоборот. Ты у нас такой дурак по субботам, а как? Не что я должен министру объяснять такой путя, что худого про царя не болтал того на зря. Дети пусть строго по закону. Целый день генерал ум в кулак собирал, все в уме голом до пота. Как избавиться от Федота? Да в башке мысли от напряга скисли. Вспомнил на досуге о старой подруге, бабьиге на стеной ноге. Схожу к ней, а на пуке, а у той Марьянова совсем крыша съехала. Сидит, колдует, да стандарты рисует, как улетала генерала. Сертификат это у них не растеряла. Ты чего это сам не свой? Не румяный, не живой. Али марки со штрих-кодом не осталось ни одной. Ну-ка, выпей
Пусть на нем видна она, была видна цифра тайная одна. Ну, а коли не добудет, то добыть чика вина. Ай да, папа, ай да, свет, вот и хлопотом конец. Хоть меня и тебя седа, тервизор во дворе. За добро плачу добро. Хочешь половину? Хочешь пошло. А не хочешь, могу или нет. Золото, ай, серебро. Ты, голубчик, не греши. Убери свои гроши. Я изъеду не для денег, я изъеду для души. Будет новая беда, прямиком беги сюда. Потому как на подарки я готовлю сюда. Зовется Антидота, чтоб дать ему работу. Еще не дал задание, а уж сердит заранее. Руками стучи, ногами стучи, очами вращай, в общем вращай. Уж так ему охота извести Федота, аж поздёт ломота. Разработку друг маги, да не решил в бумаге. В ней должна быть для тебя золотая программа. Чтоб на ней была видна цифра тайная одна, потому как и поделами сейчас должна она. Не найдешь, что хочу, да пошлю, укажу. Передам тебя за светом, да пороги прошу. Пришел Федот домой, а двое не мой. Встал в уголок, глядит в потолок, ясные очи в святой заволок. Стоит по ночи, ничего не хочет. Ты чего-то стал не свой? Кто нарушил твой покой? А вот и срока? Да какой же тут покой, царь опять как дьявол злой. Нет на этого нахала ни терпения, ни управы. Не дает мне сделать шаг. Раздобудь пищи бумагу, с голограммами, цифриками. Он ничего не замечает. Царь, как ни старается, сломать ведьму не может.
попал в виду целом. Там тебе уже составлен изъявный пролог. Ну, что вы зачатки? Выгори шалфами. Я тебе поколы. Мороки, врежки от камней. Ты чего молчал? На себе рука порвала. Вот тебе еще не время, чтобы ты подумал. Ну, а будешь так же сур, как ты был до этих пор. Я тебе, коровья морда, сам пристрою под тобой. А Федот тем временем не скучает, договора заключает. Послы все собрались, да чуть не перебрались. Одного дай скидки побольше, другому отсрочку подольше. Ассортимент не соблюди, да вовремя подвези. Да послы, и дай хоть я, что с отсрочкой все сверли. Дарья был любым фигурантом. Ох и щелкай, ох и фран, с целой папкой предложений, чтобы взять чё за так. Что у Града не спроси, он с улыбкой си да си. Но сам всё повторяю, денег нету, не проси. Сполежайся, мадам, я не должен отдам. Замутило всё так круто, ох, умна не погода. А наш генерал два дня ум в кулак собирал, а был того ума невеликий закрома. Думал, думал, ничего не подумал, и рвал к Еге Варьякова, пока на отпуск не уехала. Увидала та генерала, сиганула, аж до кресала, опомнилась и вернулась, как бы худо не обернулась. И чего это не в себе, вон и прыщик на губе, растеряющий здоровье в политической борьбе. Спробуй, заячий поймет, он ядреный, он проймет. И будет целебнее меду, хоть по вкусу не мед. Ты мне, бабка, не крути. Ты иди с ними пути. И придумай, как с Федота нам побольше соскрести. Ты башку себе продуй. И получше балдуй. Наш Федот, как оказалось, не такой же балдуй. Колдуй, баба, колдуй, дед, мне с Федотом слава нет. Надо дать ему задание, чтоб никто не знал ответ. Пусть Федот проявит прыть, пусть добудет. Пусть сумеет вам добыть то, чего на белом свете вообще не может быть. Вот опять готово поручение государственного значения. Да когда же кончится это мучение? А меж тем сказано, не долечь ему развязки. А серчал Федот, да собрал народ, решили соседи подзабить ели. А у Федота друзей, как корзине груздей. О, мастер, взялся мастер, о, старо, взяла бутылок пара. Ребята с пивзавода прислали гек немного. Со спирт переработки взяли ядовитые водки, с СПН честной народ. Прихватил гранатомет, ну а заклюдальцы, позагнули все пальцы, страцавто прислали авто и поехали к царю на разборки поутру. Там собрался народ, Генда, как народ, в общем дело принимается реально народ. Это как же расширать, извинять и понимать, ты удивительно, ты такая, что ты смутно понимать. Ходить на голову, выходи по одному. Там у вас момент доступен к разведению. Ты не бойся чай, мы тебе чай не начали. Ну а будешь жаловаться, вижу рыла, не значай. Зря ты, Федя, для меня мой народ, моя родня. Я без мести о народе не могу прожить дня. Утром вмажу бутерброд, разумеется. А как народ, и экран лезет в горло, и компот не лезет в рот. Только, братцы, я за вас потерял вот так и вас. Не жди я, когда посмеется в этих народных пас. Представим свою вину, меру, среднюю, глубину. Но прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму. Ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно выгнали, и желательно в тюрьму. А я пойду.
Хватит делать дураков из нагийских мужиков. Ну давай, давай, как надо. Да только жалко кулаков. А теперь честный народ. Вынька рожи из ворот. Чай у нас не панихида, а совсем наоборот. Накрывайте, братцы, стол, обеспечьте нас на стол. Все гади, балы, грудинку, колбасу, салат, сардинку. Ну а если спросит, кто сольный граммов, это ведь стол. Так и вы, сегодня можно. Слава Богу, есть за что!
Я обращаюсь уже к большому коллективу группы ОС, потому что работает в общей сложности 2500. И если говорить о первых 5 годах, в которых существует предприятие «Отставка», то можно сказать, вот эти 5 лет, в эти годы, когда год за 5 можно считать, то это уже 25 лет. Прошу, пройдет большой путь динамичного развития, создания современнейшего производства, современнейшей технологии по выпуску нужной, качественной продукции, которая находит спрос в стране, которая признана и которая приносит доходы району и государству. Я хочу вручить вот этот корабль основателю «Отставка». Прошу подняться, Владимир Яковлевич. И вот посмотрите, за 5 лет «Отставка», «Отставка», «Отстара», а дальше желаю «Отпива» и «Отагра». И с надеждой на сотрудничество, я думаю, что завод по производству стеклотары будет в «Электростале». Удачи, целенаправленного движения вперед, всегда знать, что вы хотите, и уметь этого добиваться. С праздником! Спасибо, Николай Павлович, за добрые слова в адрес юбиляра. Житель города Электросталь, как и многие в России, знают, чем кончается одна замечательная фраза. Антон, ну вот эту фразу мы скажем чуть позже, а сейчас я на этой сцене хочу пригласить еще одного лауреата смотра художественной самодеятельности. Это хор, сводный хор транспортного отдела «Отставка» и «Острансавто». Итак, встречайте. Солист, заслуженный артист транспортного отдела, лауреат смотра художественной самодеятельности Михаил Кучурин. Thank you.
Пейте без остановки! Совершенно!
Thank you.
где вас встретят уже незамолительные, а профессиональные исполнители. На сцену мы приглашаем артистов черноголосой демографии. Thank you.
шмотку в шопе, каждый знает парень от президента до куртизанки. Кристиан Диор, одеколон, капкан, дюпон и панталон. Ваши горячие взгляды согревают наши сердца. О, пари! О, черноголовка! О, пари! О, 23-й километр! Это лишь море, глоток самоцветов всего мира, всего мира дружбу привез вам восток. Без кувшина струя золотая щербет виноград, кушай. В рай ты летишь, приманка пустая, слов пора и не слушай. С ним как вертыжонок, мыкает, льется из горла. Аночка, сегодня юбиляр, напивайся. Маленький стаканчик, небесами соткан, у меня в душе пожар, похмеляйся. А я горем подарю, побалуйся, вот мой рай, тебе слушай. Зубы женщин, глаза полюбуйся, хочешь, я отдам себе душу. Вот богема ликер, полюбуйся, в небо взлетишь свободно. Вам приехали гости с потока, мы вино пьем, как воду. Сью, как верблюжонок, булькает, льется из горла. Аночка, сегодня юбиляр, напивайся. Маленький стаканчик, небесами соткан, у меня в душе пожар, похмеляйся. Если не нальешь, не я умру, если не нальешь, не я умру, если не нальешь, не я умру. Если ты нальешь, не умру, если ты нальешь, не умру, если ты нальешь, не умру.
замечательным юбилеем! Желаем вам оставаться такой же единой командой и хотим поздравлять вас на этой сцене и 20, и в 30, и в 50 лет! С днем рождения, Усталка! Не забывай, даже если будет грустно, я вернусь весенним утром. Ты меня не забывай, ты меня не забывай. Облака в реке уснули, я вернусь дождем в июле. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Даже днем, а может ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай, я вернусь, ты точно. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Меня не забывай, упадет снежинка с неба, я вернусь ненастным снегом. Ты меня не забывай, ты меня не забывай. Даже если будет грустно, я вернусь осенним утром. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай, я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Пара-па-пара, уа-па-пара-па-пара-па, уа-па-пара-па-пара-па, уа-па-пара-па-па. Друг, не скучай, я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай, я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай, я вернусь, я так и знай. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай, я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай.